Такс, привет, ребята, мы продолжаем проходить Майнкрафт с японским ресурс-паком, ну, который был создан в Японии. Вся какая-то китайская или японская. Слово вылезет, китайское или японское слово вылезет откуда не возьмись. Так, мне нужно 13. Ай! О, звездочка стала маленькой. Прикольно выглядит. Ничего себе. Меня пугает этот каменный меч в этом ресурс-паке. А ну-ка, как каменная кирка выглядит? Так же, как и деревянная. Но темная немного. Так, а печка? Ну, печка нормальная. У меня же голод тратится. Что мне делать? Ну, вот еще сладкие ягоды. Ай! А! Одна звездочка исчезла. Гы! Прикольно. Сейчас я покушаю. Фу! Уйди, уйди, уйди! Пускай горит в аду. Наверное, родятся в следующей жизни нормальные. Я не заметил, как у меня голод потратился. Что это за цветок? Дончик. А что он так выглядит, как растение-убийца? Да куда ты текаешь, видмены? Это курица? Фу, что это за курица? Уйди! Уйди! Фу, что это за перышко? Ну прости, куры, мне придется вас убить. Ну потому что вы страшными для меня выглядите. Фу, волк, ты меня напугал. Ну волк хотя бы нормальный. Ну как в реальной жизни выглядит. Снова жрать хочется. О! Еще невички. Фу! Наверное, вы в следующей жизни родите себя нормальными, а не такими, которые вы будете сниться в моих кошмарах. Блин, теперь я не засну. Чё это? У меня стоит земля. Ну, как-то она странно выглядит, как соломинка. О! Замшевый булыжник, красивый, надо сфоткать. О, все сфоткал. Вот и пустик. Привет. Не буду на тебя смотреть. Что это за супергерой? А ты... Кыш. Это зомби еще упоротый. Еще сильнее упоротый. А чё крипер грустный? Он в бабочке, у него бабочка. Ай, эндермен. Твой друган ранил и тебя, и меня. Так, что-нибудь тут есть? Блин, надо себе землю добыть, чтобы небольшую землянку построить. А то чё-то ночью опасно, потому что мне это... Так, сейчас соберем земли, и когда наступит следующая ночь, то сразу строим себе землянку.
Ну, все, 36 штук хватит. Наверное. Так, опять кушать хочется. Я хочу сказать, хувать. Ай! Больно! И моему персонажу тоже больно. О, 63 штуки норм. Хватит, наверное. О, еще одни сладкие ягоды. У меня уже будет два стака. Покушаем. Ну, скелет нормальный. Но я должен тебя убить, чтобы ты меня не убил. О, кость. Но она выглядит как меч. Я боюсь, я так могу пораниться. О, паук. Ну, он тоже нормальный, только коричневым стал. Ну так, еще земли добуду, ну, чтобы полностью хватило. О, уголь! О, нормально. Что это такое? Что-нибудь тут есть? Что это? Андезит? А что он так? Странная стена какая-то. Так, ну, всем пока.